Ой-ой-ой, котик, котик, за мной гонится котик, ребята, спасите меня, котик за мной гонится. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы обязательно будем играть в игру «Съедобная планета». Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, собственно, начнем. В прошлый раз мы играли с вами, по-моему, похожую игру, которая называлась «Тести Блу», там, где в океане мы все съедали. А здесь, ребята, посмотрите, какая у нас штучка интересная получилась. Доктор говорит: «Получилось, я создал машину времени», а... Этот говорит, парень: «Доктор, вы гений». «Эй, что это?» «Ну, понимаете, я экспериментировал и с наночастицами и создал это. Я назвал его глазастиком. Он ест все, что меньше него по размеру. Опасное существо, должен сказать». «Да ты голоден, дружок. Держи конфетку. Никто не должен кормить это сущее». «Нет». Короче, доктор сказал, что кормить нас не можно, но нам уже парень насыпал конфеток, ребятки, и нам ничего больше не остается, как просто-напросто их потихонечку собирать, кушать и расти еще больше. Итак, давайте, ребятки, погнали. Посмотрите, ребятки, какой прикольный прикол. Какую мы конфетку цветом съедим, таким цветом мы и становимся. Вот, например, коричневую съели, стали коричневыми. Съели голубую, стали голубыми. Прикольно. Съели фиолетовую, стали фиолетовыми. Классно, да? Не правда ли? Так, ну что ж, давайте все конфетки съедим с вами. О, мы уже можем кушать тут какие-то... На столе лежат предметы, там, наверное, карандаши, ручки. Мы уже, наверное, их можем кушать, да? Мелки какие-то. Так, так, давайте пока поседаем. Ой, жабы здесь ползают, посмотрите, ребят. Наверное, скоро мы и жаб сможем кушать. О, все, мы съели жабу, ребятки. Вы видели, как это круто? Вот это прикольно. Вот это да, вот это мы уже такие большие. Отнеси сюда вторая жаба, быстро. Все, ребят, посмотрите, мы растем не по дням, а по часам, просто по минутам, по секундам даже можно сказать, потому что мы довольно-таки большие уже, посмотрите, какие мы, ой-ой-ой-ой-ой, я уверен, что мы с легкостью сейчас с вами пройдем этот, о, батарейка, иди сюда, как вкусно, оп, жабка, иди сюда, так, здесь еще конфеты, а вот, оп, отлично, ребятки, мы прошли с вами этот уровень, так, ну что ж, погнали. Так, второй уровень у нас, ребятки, второй уровень. Так, стрелка указывает на самый большой объект рядом, который можно съесть. Хорошо, будем потихонечку кушать. Так, ну что ж здесь у нас такого? Такого интересного, дорогие друзьяки. Ой, да что же это такое, не могу попасть. А, вот, отлично. То меня тянет, тянет как-то. Так, крысы, ребят, посмотрите, подопытные крысы. А, крыса кусючая. Конфетки так разбросаны на листочке. Вот. Как-то немножко неправильно. Так, 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 так. Собираем конфеточки. О, как вкусно. Мне. Так, ну что ж, когда же я вырасту, ребятки? Когда же этот глазастик начнет уже расти? О, жабы могу кушать. Вот это я понимаю, уже я начал расти. Вот это другое дело. Так, глазастик, давай, глазастик, молодец. Давай еще одну жабку скушай, скушай. Я так понял, нам надо вырасти так, что, чтобы нам не составило труда даже съесть крысу, ребят. Вот тогда, я думаю, все будет в порядке, все будет в реальности круто. Так, 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 тихо, тихо, жабка, 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 жабка. Отличненько, отличненько, просто замечательно. Оп, уже мы ключ съели, ребят, вы видели? Мы съели только что ключ, круто. Это просто замечательно. Так, а что это у нас? Ага, все, здесь гаечные ключи. Это какие-то тарелки, ням-ням, отлично. Вы слышали ли, ребят, глазастик говорит ням-ням. Так, ну что ж, ребят, у нас уже половина. О, мы сможем, смотрите, разные колбочки здесь кушать. О, крысу, ой-ой-ой, крысу пока еще не можем, еще она нас щипает. Ого, ребята, пробирки. Колбы, пробирки, мы все, короче, практически можем кушать. Ого, уже эти можем кушать. Все, ребятки. О, крысу. Иди сюда. Бежала меня? Ха-ха-ха. Попалась, а теперь. Теперь я тебя буду так. Отличненько.
теперь я тебя буду хавать. Вторая крыса, иди сюда, быстренько, быстро. Ого, все съем, все, ребятки, съем. Иди сюда, крыса. Вы слышали, ребят, как она прикольно пискает? Оп, съел. Съел, короче, какой-то там препарат, аппарат, ребятки. Иди сюда, крысюк, быстро догоню, догоню. Опа, отличненько. Оп, жабка. Жабка, жабка, жабка. Так, что это такое у нас? Это у нас крысюк убегает. Иди сюда. Опачки, отлично, ребятки. И мы прошли с вами второй уровень. Так, ребятки, ну что ж, впереди у нас третий уровень. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Так, собственно, будьте внимательны, когда вокруг вас большие объекты. Некоторые из них могут причинить вред, если дотронуться до вас. Понятно. Что это тут? О, крысу мы-то едим. Это очень хорошо и замечательно. Ребят, но стоит еще понимать такой фактор, что нас могут съедать, короче, те, кто больше крыс. Да, я думаю, здесь уже кто-то существует такой, кто больше крыс. Так, какие-то вот горелка. Ох, тут какой-то кот ходит, ребята. Котик ходит на кухне, маленький котик. Ну, маленький, не маленький, ребятки, а меня хочет съесть. Так, ой-ой-ой, котик, за мной гонится котик, ребята, спасите меня, котик за мной гонится. Ой, глазастик, убегай, здесь коты, видишь, коты могут тебя хавать. Так, мы уже всех подопытных крыс практически, ребят, с вами съели, да-да-да. Это просто замечательно. Ух, телефон даже, а нет, это микроскоп. А это горячая плитка, ребята, даже плитка горячая у нас пошла в расход, представляете? Ой, котик, убегаем от котика. Ой-ой-ой, котик укусил. Так, микроскоп съели. Крыс, отлично. Ай, подопытные крысы. О, лист бумаги даже уже пошел, ребята, вот. Мнями, отличненько. Так, ну что ж, ой-ой-ой-ой, как вкусно. Так, подождите, давайте съедим вот таких вот замечательных крысенышей. О, ребята, посмотрите, мы уже можем кота хавать. Иди сюда. Ой, убежал, сейчас второго найдем. Котик, где ты есть? Ага, вот ты. Мяу, ребята, вы слышали, я съел котика, он мяу, ха-ха-ха. Вот это прикольно, отличненько, ребятки, мы с легкостью с вами прошли этот уровень без каких-либо препятствий. Никаких препятствий у нас на пути не было. Так, дорогие друзья, а пока мы продолжаем играть, я хочу вас попросить кое о чем. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще это не сделали, дорогие друзья. Поставьте пальчик вверх обязательно. И оставьте какой-нибудь комментарий к видео. Мне будет очень приятно. И я по возможности отвечу на все ваши вопросы. Так, ну что ж, тут нам пишут. Эта машина времени выглядит так аппетитно. Если подрастете, то сможете ее съесть. Ребята, вы представляете? Мы сможем съесть машину времени. Вы вообще понимаете, что это происходит? Что произойдет, если мы съедим машину времени? Так, ну что, давайте, ребятки, начнем с конфеток. В общем, и, наверное, дойдем до машины времени, да. Так, как же вкусненько собирать конфеточки. Так, дайте мне где-нибудь. Так, вот конфеточку, ой-ой-ой, как вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, отлично. Кубочка пошла, конфеточка пошла, отлично, просто замечательно. О, жабка, иди сюда, я тебя не трону, я люблю конфетки, вкусные конфетки и батарейки, ребята, электрические, которые током тоже сильно жарятся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, так, что здесь у нас, ребятки, здесь у нас, о, ребята, о, тут радиус этого, ого, а вот доктор, и этот, короче, молодой чувак, посмотрите, какой у него нос, как морковка. Короче, они смотрят, ребята, на то, как я себя веду, следят за мной, да, бывает и такое. А мы с вами, ребята, пока наслаждаемся вот такой вот приколюшечкой, игрушечкой, о, ням-ням. Так, ребятки, ну что ж, я думаю, съем машину времени, раз уже мне так сказали, что ты, если подрастешь, сможешь кушать машину времени, то я обязательно должен это сделать. Да-да. Отлично. Ух, как вкусно. Даже ключи и колбы идут, ребятки. Ого, сколько батареек, ребят. Посмотрите, мне все идет в ход.
как вкусно, как же вкусненько мне, да-да-да, как же все-таки вкусно. Так, отличненько. Так, ну что ж, мне показывают, чтобы я по стрелочкам шел сюда и ел вот эти все предметы, которые здесь разбросаны для меня. Крысюк, иди сюда. Ох, вы слышали, ребятки, как прикольно он пищит. Ого, ребята, все, меня теперь ловят они. Я сбежал со стола, и они пытаются меня словить. Доктор пытается меня словить с этим, короче. С учителем со своим, с пацанчиком маленьким. Да, ну что ж, пацаненок, дайте мне пролезть сюда, съесть кое-что. Ого, сколько здесь микроскопов. Ого, и бумага тоже, ребята, посмотрите. Бумага идет на расход у меня только так. Ого, вот это как вкусно. Ням-ням-ням. Ого, ребятки, вот это мы начали кушать. Даже кота съели, ребята, вы видели, мы съели кота. Вот это прикольно. Даже кот, ребятки, мяукает. Мяу-мяу-мяу, мы съели всех котиков. Мы съели всех маленьких котиков, дорогие друзья. И скоро, я уверен, мы сможем добраться и до машины времени. Осталось совсем немножко. Так. Давайте научимся чего-то немножко кушать. Так. Вот здесь тут. Отлично. Отличненько. Посмотрите, какие у нас, ребятки, огромные глаза. Мы можем хавать, что хотим. Практически. Посмотрите. Вот это круто. Вот это да. Ого, мы уже 1 метр, ребятки. Ну что, можно... Да, ребятки, круто. Посмотрите, мы сейчас захаваем эту машину. Но, ребятки, стоит отметить и тот факт, что вместе с машиной времени я же могу перенестись в другое место. Ну ничего, ребятки. Что ж, давайте пробовать. Кто не рискует, тот не играет. Поехали. О, вау, ребята, вау, меня засосало. И доктор говорит, что... О, боже мой, он съел машину. Фу, где он? Ребята, оказывается, я переместился. Доктор говорит, частицы хронотонов в машине времени вызвали временную воронку. Глазастик отправился в прошлое. А в это время 65 миллионов лет до нашей эры. Фу, я, глазастик, завонялся немножко. И я отправился, ребятки, в прошлое. А прошлое это у нас, дорогие друзья, идет уже следующий эпизод. И мы отправились с вами в прошлое и будем там сражаться против динозавров. Но это, ребятки, мы уже в другом эпизоде будем играть в это. А в сегодняшнем эпизоде, ребятки, мы только начали в нее играть. Так что обязательно завтра поиграем в нее еще. Так что, ребятки, не забываем подписываться на мой канал, ставить пальчики вверх и оставлять комментарий. А с вами был, как всегда, Юра. И сегодня мы играли в съедобную планету. В переводе означает Tasty Planet. Так, ну что ж, дорогие друзья, до скорых встреч. Пока-пока.